с вами снова я, Елена, и сегодня у нас с вами первый урок. Давайте поздороваемся. Hi, I'm Helen. Hi, I'm Helen. Hello, I'm Helen Borisova. Hello, I'm Helen Borisova. Как вы видите, при приветствии мы с вами можем употреблять два слова. Это hi и hello. Hi мы используем с вами в неформальной, неофициальной обстановке. На русский язык мы это переведем как привет. При употреблении hi мы с вами говорим только имя. Hi, I'm Helen. Привет, я Helen. Hello мы используем в более официальной обстановке. При использовании hello мы говорим с вами и имя, и фамилию. На русский язык мы скажем это как здравствуйте. Hello, I'm Helen Borisova. Теперь я хочу обратить ваше внимание на диалог. Мы видим его здесь. Сейчас мы его с вами прослушаем. Ваша задача – стараться запомнить произношение тех или иных слов или фраз. Не переживайте, я знаю, что многие из вас не умеют читать и не знают, как произносится то или иное слово. Ничего страшного. Ваша задача сейчас только стараться запомнить произношение. Готовы? 1.2. 1. Hello. What's your name? Tom. Are you Tom Banks? No, I'm not. I'm Tom King. You're in room 2. Sorry? You are in room 2. Okay. Thank you. Давайте разберем этот диалог. Hello, what's your name? Здравствуйте, как вас зовут? Tom. Tom. Are you Tom Banks? Вы Tom Banks? No, I'm not. Нет. I'm Tom King. Я Tom King. You are in room 2. Вы в комнате или в номере 2? Sorry, извините. You are in room 2. Вы в комнате 2. Окей, ладно. Thank you. Спасибо. Теперь давайте обратим внимание на следующий диалог. Здесь мы делаем то же самое. Сейчас мы слушаем, вы следите и старайтесь запомнить произношение фраз. Two. Excuse me. Hello. Are you Tom? Yes. Nice to meet you. Nice to meet you. Am I late? Yes, you are. Sorry. Excuse me. Простите, извините. Hello. Здравствуйте. Are you Tom? Вы Tom? Yes. Да. Nice to meet you. Приятно познакомиться. Nice to meet you. И в ответ. Приятно познакомиться. Am I late? Я опоздал. Yes, you are. Да. Sorry. Простите. В этих двух диалогах мы с вами видим такие слова, как sorry с вопросительным знаком, sorry с восклицательным знаком и excuse me. Как вы помните, все эти слова переводятся как простите, извините. В чем же между ними разница? Sorry с вопросительным знаком и интонацией вопроса. Sorry мы употребляем, если мы переспрашиваем что-то. Мы не расслышали, и мы хотим, чтобы нам повторили ту или иную информацию. В этом случае мальчик Том, он не расслышал, в какой комнате он находится, поэтому он переспрашивает sorry, и в ответ ему повторяют ту же самую информацию. Далее. Sorry с восклицательным знаком. Sorry мы употребляем тогда, когда мы действительно что-то сделали плохо или неправильно, и мы просим прощения. Sorry, простите, извините. Здесь у нас парень опоздал, он извиняется за свое опоздание. И excuse me, excuse me мы используем тогда, когда мы просто хотим привлечь к себе внимание. Например, мы на улице, на нас никто не обращает внимания, а мы хотим спросить время. Чтобы на нас посмотрели, мы просто скажем excuse me. Итак, sorry, sorry, excuse me. Окей. Далее я хотела бы с вами изучить некоторые интернациональные слова. Я уверена, что вы их все знаете. Практически
на всех языках мира они звучат одинаково, просто я хотела бы с вами расставить ударение то, как звучат они именно в английском языке. Итак, слово номер один. Кофе. 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 Мы подчеркиваем ударение, ударение стоит на первом слоге. Кофе. Фото. Фото. Фотография. Имейл. Очень распространенная ошибка, очень многие ставят ударение на следующий слог. Email, очень внимательно, в начале. Hotel, hotel, отель. Taxi, taxi. So, coffee, photo, email, hotel, taxi. Далее мы с вами перейдем к цифрам. Сегодня мы изучим с вами цифры от 0 до 10. Наша задача с вами. Мы слушаем, вы следите, и вы стараетесь сейчас запомнить не только, как они произносятся, также, как они пишутся. Окей. 1.7 0 1 Чили. Циферки от 0 до 10, некоторые интернациональные слова, их произношение и ударение. Мы научились с вами здороваться, используя hi и hello. Теперь вы знаете, в чем разница. Давайте вернемся к диалогу, потому что я хотела бы вам задать вашу первую домашнюю работу. Итак, к следующему занятию я бы хотела, чтобы вы запомнили некоторые слова из диалогов. What's your name? Как вас зовут? Как ваше имя? You are in room 2. Вы в комнате 2. Sorry. Вы помните это значение? Okay. Ладно. Thank you. Спасибо. Ну и также, наверное, слово no. Все-таки. No. Нет. Из следующего диалога нам нужно знать слова такие, как yes. Далее фраза. Nice to meet you. Приятно познакомиться. Am I late? Я опоздал. Yes. Sorry. Извините. На этом наш урок закончен. Я думаю, что сегодня нам было несложно. Далее, на следующем уроке, я расскажу вам про глагол be. Вот он у нас здесь встречается. Вот он у нас здесь встречается. Вот он у нас здесь встречается. Что это такое, зачем он нужен. Не переживайте, вы все выучите. Спасибо вам за внимание и до скорой встречи. Goodbye. See you soon.